Сегодня в Славянске проходило празднование Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. К этой дате прошло несколько мероприятий. Одно из них началось на Соборной площади Славянска. С утра на Соборной площади собрались жители города, которые пришли почтить память своих дедов и отцов, которые погибли во годы Второй мировой войны. Почему вы пришли сегодня на площадь? Чтим память родителей, родне воевавших, мать – участник Трудового фронта. Отец воевал с 39-м году, ушел в армию, в 46-м году вернулся. Дошел до Чехословакии, принимал в боевых действиях, участие в сражениях. Осталась одна память светлая о том, что загублено сколько жизней и сколько мало сделано выводов из происходящего сейчас. О том, что поднимаются нацисты, поднимается гитлерование. В Германии больше чтят советских людей и советских воинов, чем у нас на Украине. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему вы пришли здесь, на площади? Ну, для меня память о моих родных и родственников, как говорится, священная. Тем более, что это на самом деле подвиг, на самом деле победа. И приятно, что мои родители принимали участие в этом подвиге, и мы должны гордиться. И по возможности отстаивать те принципы и те идеалы, за которые они отдали свою жизнь. И всегда буду помнить. И в своей семье мы чтим память о моем отце, дедушке, прадедушке, который участвовал в этой войне, прошел ее от Курской до Праги, видел все это и рассказывал мне. Вот то, что он рассказывал, дает мне право участвовать в этом полку, вот в этой акции. Потому что праздник, 9 мая, День Победы. Я пришла почтить. Меня папа воевал, хотя его уже нет. Ну, я воспитана еще в тех традициях, я чту этот праздник. Пожалуйста. С Соборной площади они прошли с фотографиями своих родственников по улице Шевченко и бульвару Пушкина в парк Шелковичный. Во время шествия произошел небольшой инцидент. Я уже давно. После своевременного вмешательства полиции инцидент был исчерпан, и колонна продолжила шествие к монументу славы. Очень страшно.